Больше 2000 человек, пострадавших в этом году от укусов клещей, дети. Всего же за помощь к медикам уже обратились почти 6000 человек. Об этом заявляет Роспотребнадзор. Из-за теплой зимы клещи активизировались на месяц раньше обычного. Поэтому и уровень их активности для конца апреля в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Так, только в Подмосковье этой весной зафиксировано 68 случаев укусов клещей. Хотя в прошлом году за этот период было только 2 пострадавших.